Спасибо, что пригласили. Право вас на нашу службу. Уже сколько, наверное, месяца два или три к вам еду. Мы все с вами договариваемся, встретиться, и все у нас как-то не получалось, не получалось. Вы хотели рассказать про нашу службу? Да. Наша патронажная служба называется «Про уход». Мы работаем с семьями, где тяжело больные люди. То есть мы не являемся сиделками, мы не служба сиделок, мы представляем из себя специалистов по уходу, выходим на патронажи домой, знакомимся с семьями, оцениваем состояние больного человека, состояние родственника и отвечаем на все возможные вопросы, связанные с организацией ухода дома. Это и консультация, и обучение навыкам ухода. Как переместить тяжело больного человека, как сменить подгузник, вопросы по кормлению, по перемещению. То есть вы обучаете родственников? Обучаем родственников, да, чтобы они самостоятельно могли ухаживать, не совершать ошибки, которые приводят к пролежням, к пневмонии, к выгоранию, к надрыванию своих спин. То есть мы заботимся о состоянии как тяжело больного, так и родственника, потому что болезнь, она, как сказывается... Ну, а разве человек, у которого есть такой, родственник больной, он не может это все найти в интернете? Допустим? А вот, к сожалению... Или какие-то курсы есть, или курсы... Опять же, курсы, он может у нас эти курсы пройти, потому что... А у вас курсы прямо есть? Да, мы курсы занятия, тренинги называем. Мы не даем всю информацию, связанную с уходом, а только если мы работаем с семьей, только те вопросы актуальные, которые касаются данного заболевания, состояния человека. Ну, понятно. Интернет не в помощь. Давайте медицинские знания, которые позволяют нам как раз фильтровать информацию в интернете по перемещению даже. Там не всегда заботятся о здоровье ухаживающего, просто прием для пересаживания. Который на практике как раз не очень безопасен, а наши знания позволяют как раз давать безопасные знания о перемещениях в том числе. Информация по уходу, как и любая информация, она развивается, и есть устаревшая информация, которую тоже нельзя применять, допустим, при реабилитации человека после инсульта. Ну, и об этом тоже нужно знать. В интернете, к сожалению, не дается датировки, дается вся информация с копом. А врач не рассказывает? К сожалению, у врачей, по нашему опыту, нет на это времени. Они просто не имеют возможности, видимо, прям о многих нюансах рассказать родственникам, которые им нужны в уходе. Врач, он все-таки знает, какие таблетки давать, какие препараты, лекарства и так далее. Мы идем в дом. Идем в дом к тяжело больному человеку. Это самый действенный метод, потому что там можно, во-первых, как индивидуальный подход. Мы видим у человеческие ресурсы, проблему. Родственник, если к нам сюда придет, он мне пишет все, что происходит в доме. А когда приходит специалист на дом, то уже он видит по-другому ситуацию. И технические средства реабилитации вы тоже рекомендуете? Да, у нас даже есть свой прокат. Как? Прямо кресло-каталки? Да. Современное или вот? Современное, да. Замечательно. И чтобы взять на прокат, что надо сделать? К вам обратиться, да, и вы все расскажете. У нас по социальным ценам это не бесплатная услуга, остальные все услуги бесплатные. Консультация, а социальная цена на 600 рублей в месяц кресло-коляска. В месяц. Без залога. Ну, то есть, чтобы сравнивать, я вот недавно на Авито смотрела 2500 в месяц плюс еще залог. Я сразу скажу, Сава Кожанка, 29/1. Да. И здесь надо будет постучаться или позвонить. Да, телефон 317-65-65. Со всеми районами Новосибирска работаете? Да, со всеми районами, плюс области. Мы сейчас начали обучать область. Выезжать так на дом в области нам возможности не всегда бывает и хватает. А вот обучение нуждающихся родственников, социальных работников, сиделок в области. Это и вы прямо в Советский район можете приехать? Да, я знаю этот район Шлюз, и вообще город хорошо знаю. Мы выезжаем на отдаленные, да, это все у нас по городу, у нас нет ограничений. Вас привозят родственники или вы? Это замечательно. Вообще, у нас есть возможности с водителем ездить иногда, а так мы своим ходом часто добираемся. Своим ходом? Да, транспортом. Автобус или электричку. Слушайте, а вы вот не боитесь, что тем самым, что своим ходом, там дешевые социальные средства реабилитации и так далее, что просто сядут и ножки свесят? Вы как какие-то
обязательства на родственников накладываете? Ну, контингент разный, конечно, мы не можем исключать и такие случаи, но вообще не боимся. То есть готовы со всеми работать? Конечно, со всеми работать. В среднем семья получает от 2 до 5 патронажей выездов медсестры на дом. То есть у нас нет такого, что мы во веки вечные одну семью ведем постоянно. Все-таки наша главная цель, чтобы семья самостоятельно, родственник мог самостоятельно справляться с уходом. Есть такое выражение социального выгорания, да? Mm-hmm. Не выгораете? Ну как, есть, ну, конечно. Очень сложно работать. Больше 10 лет работы уже в проекте. Уже на другой стадии, какой-то более просветленный. И как вы справились с этим? Просто знаю, что люди просто опускаются руки уже на вот эту верхушечку. Есть поддержка, тоже была очень активная раньше в виде семинаров психологических для сотрудников. И у нас есть встречи сотрудников онлайн, тоже как профилактика, обмен опытом и вообще подведение итогов, рассказывание о своих достижениях и так далее. То есть тоже есть профилактика. Команда. Ну и потом, преподавая тему профилактика по эмоциональному выгоранию, все-таки хочешь не хочешь, а какие-то навыки приобретаешь и начинаешь ими пользоваться. У вас хоть на курорт кто-нибудь отправляет отдохнуть? Сами себя отправляют. Ну почему же? Нет, это хороший вопрос, потому что, ну, бывает, выпадает. На куда-нибудь на берег теплого моря, чтобы волны. Кому что? Мне нравится летать на самолетах, поэтому если выдается командировка, то, в общем-то, у меня это такой вот мини-отпуск. А командировка это по поводу, когда вы учитесь? Я не учитель, я обучаюсь. А, вы учитесь. Да, то есть у нас уже такой опыт есть. Ну, сейчас мы в Санкт-Петербурге была, там группа обучала. На шлюзах я всегда пользуюсь тем, чтобы выйти на набережную. Мне это нравится. На лампах. Море рядом. Посидеть на бревне, посмотреть на чай. Ну, конечно, 5 минут уже заряжаешься. Да, замечательно. Искать удовольствие.